Ну, рассказывай, как самочувствие. Круто. Все? Кончилось? Классно. Легкотня. Погода прекрасная. Мы же справимся. Настроение отличное. Что, футболки-то взяли? Кого? Футболки нужны здесь? Она нам не. В термухе вообще жарковато. Благо мне еще. Оно сейчас мокрое будешь. Да, сейчас будет. Начинается подъем на вершину. Все, мы долину прошли. Что, будем ждать наших мужчин? Не, давайте. Или мы их за мужчин не будем считать? После того, как обогнали. Кто еще в духе способен на речь? На речь? Давайте лучше на подвиги. Речь. Но речь здесь неуместно. А сейчас Чебурашка скажет речь. Мы строили, строили, не, ну, чем наконец построили. Солнце, да? Да. Не дойдем. Свои штаны сейчас будут очень даже не актуальны. Я доползу. А у меня внизу лосины зубами тренировочные. Вот сейчас треники самое то. Ну, что, можно кофте еще? Да. А я что-то побаиваюсь, я что-то подкашиваю. Сейчас ультрафиолет будет нас нагревать. В общем, солнечные лучи, проникая даже сквозь облака, будут нас на медленном вертеле поджаривать. После вергака у меня нос просто чуть ли не до мяса влазил. Да? Mm-hmm. А мазь у тебя есть с собой? Нет. Нету. Не, ну тогда-то июль месяц был, да? Там вообще солнце было. Ой, у меня после этих очков все красное выглядит. Руки. И лицо, наверное, красное. Конечно, надо красное. Надо было намазать. А я умираю, намазываю. Не, я мазалась от солнца, у меня просто в кухне от солнца. Хоп, хоп, одевай, хоп, одевай. Вон там будет. У меня есть. Надо подняться до туда. Катя, хоп, оди. Вот она у тебя, вот она прямо. Как ее крепить? Ничего страшного. Давайте сюда, в кадр. А эти люди сзади. В кадр, да. Ох, снег мокрый. Ты встала на меня и пошла буквально. Ой, да я не знаю, как пытался тут много сильно, а да? А чей кадр? Ты фотаешь или все разбежались? Видео. По бокам, как а, видео? Да. Что, каждый должен что-то сказать? Не обязательно. Все, я пошел. Собачка. Главное быть в кадре. Давайте с дивана. Главное быть в тонусе. Можно мне щелкнуть с ней на фоне в городе? Сейчас, фото. Да сниму. Она целуется прям в губы. Да. Что там за способность? Вот крупный план. Какие-то птички. Это кедровка. Так, так вот. А видно ту гору, да? Сойка как-то по-другому чадики. А я даже кедровку не знаю, какой вид. Ну. Вот так. Надо взять. Вот так вот. Дожилась. Как так? Как крупный воробей. Ой. Пестрая она, по-моему. Клюв у него длинный. Ты как у дятла. Она же это. Потому что они батоны. Кто батон? Опоздуны. А мы энтузиасты. Вау, как солнце светит. Давай шевелить будем мы. Не-не, мы сейчас отдохнем, потому что сейчас восхождение будет. Видишь, как круто. Набирайся сил. Лучше полежи. Сейчас тебе силы понадобятся. Собачка. У нас позитивчик шерстяной. Да. Наверное, этот сказал, иди охраняй. Ну, этих ненормальных охраняй. Куда-то они сегодня пошли. Никто больше. Рабочий не день, а их они ломанулись. Нет, даже собака красная вместо белой пузычков. Не, у меня все нормально. Собака. Нет, видимо, от желтого цвета. А, да, тепленько. Тепленькая. Холодненькая. Тепленькая.
тепленькая. А кто не слышал, как его называют? Ой, как-то он один раз сказал, и все. Рексы, Мексы, Бексы. Нет, на букву Б. Бим-бамсик. Что-то такое. Бублик. Борис. Бим? Бублик. Бим. Бимка.